Приветствую, дорогие друзья и подписчики на своем канале. И сегодня я хочу показать вам очень бюджетное средство для очистки всего, что есть на кухне. Ну, я вам покажу на примере раковины, как я очищаю. Итак, нам с вами понадобится обычная сода. Я насыпаю на глаз, получается примерно 3-4 столовых ложки. И потом туда же, вот в эту мисочку с содой, я добавляю обычный фейри. Фейри я тоже наливаю на глаз, ничего специально не отмеряю, ну каждая хозяйка примерно так и делает. Теперь эту смесь нужно хорошо вымешать, я сейчас возьму ложечку и размешаю, чтобы получилась такая паста. Получается очень бюджетно и очень эффективно, вы сейчас сами все увидите. Но сразу хочу сказать, что не обязательно это должен быть только исключительно фейри. Можете вместо фейри с содой смешать любое другое моющее свое средство, которое у вас есть. Ну, я предпочитаю фейри. И вот смотрите, теперь мы эту пасту, которая у нас получилась, наносим на раковину. Я наношу вообще везде, это и бортики, и дно раковины, и кран, смесители, ну, абсолютно все. И любую поверхность, вот вы видите, стол я тоже буду отмывать вот с помощью этой пасты. Задача в том, чтобы хорошенько его нанести прям таким хорошим плотным слоем, и после этого дать этой пасте вот в таком состоянии побыть на раковине хотя бы 20 минут. То есть вы это все намазываете и 20 минут даете побыть. Вот у меня уже 20 минут прошли, теперь я буду смывать и, собственно, покажу вам, насколько хорошо очищает вообще все поверхности эта смесь.